Доброе утро, чагрячи, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы продолжаем играть игру под названием Bimage Drive Multiplayer. Чуть не сказал MSMR Car почему-то. Да-да, дорогие друзья, всем привет. Кстати, Рунтик, потому что автобус немножко сломанный сзади, как бы. Ну, давай, ты не будешь пока что обращать на это внимание, потому что я, к сожалению, с этим ничего не могу сделать. Понял, в общем, друзья, сегодня мы будем цивильные, так сказать, серьезные люди. На что я хотел сказать? Нахер идти? Не, за рулем автобуса. В общем, как вы помните, в предыдущем видеоролике я очень сильно восхищался Турбо и говорил, что какой же он молодец, как же я его обожаю, потому что он придумал просто охрененную идею. Ну, как придумал? Он что-то сказал, и я такой, блин, это же класс. Классная идея, может быть. И сегодня мы будем, так сказать, имитировать учителей в игре Bimage Drive. То есть у нас есть автобус, у нас есть, так сказать, еще одна легковая машина, которая будет пытаться учить автобус. Смотри, значит, Турбо, моя задача ускориться до 90 км в час. Понял. Задача, когда я ускорюсь, ну только лишь после этого. Блин, сейчас, подожди, вот все. А я ускорюсь, то есть тебе надо будет передо мной, Тебе надо будет, в общем, передо мной встать, ну, то есть пытаться тормозить, подрезать и все такое, а я-то еду с людьми. Понял, да. Мне да, нельзя. Окей. Правда, проблема в том, что у тебя что-то с автобусом. Ну ладно, я постараюсь на это не обращать внимания. Ладно, хрен с ним, да, просто не обращай внимания. Вот, все, в принципе, я еду примерно уже сотку, примерно 90 км в час. Понял, вот, я буду так ехать. Вот, ты просто знаешь, такой, типа, передо мной перестарочку, я-то иду, начинаю оттормаживаться тоже. Ну, у меня тормоза-то похуже, чем у тебя. Ну, понятное поэтому дело. Все-таки может произойти, все-таки я рунтик, да, я еще тот тормоз. Да, ребятки, если вам нравятся подобные серии, где мы вдвоем, ставьте лайк. Это значит, сейчас было должно звучать, когда смотришь сериал, типа, ставьте на спор. Вот это очень громко. Подожди, а почему ты едешь на правой стороне? Я думал, ты на левой поедешь. Я разбился. Ну, это турбо, пацаны, как бы, ничего нового. Подожди, ты же едешь на правый, да, не на левый? Да, да, на правый. А, правильно. Блин, я думал, ты на левый поедешь. Все-таки я адекватный человек. Я ожидал, что ты на левый поедешь. Ну, ты как бы не должен в меня врезаться, если что. Да, я понял, я понял. Не знаю еще, как объяснить. Короче, мне надо просто в тебя вшататься, я понял. Хорош, а, не смешно. Так, слышь, мужик, притормози-ка. Да, я тебя вообще даже не вижу. Опа, мужик попал на бабки. Мужик попал на бабки. Выходи, да, разберемся. Ну, это сейчас было, знаете, это было максимально типа тупо понюхало. Это вот эта вот кошка понюхала задницу у другого. Ну, знаешь, кошка понюхала задницу, а в бампер тут тысяч на $20. Как бы ты влетел, машина раритетная, дорогая. Да, давай, в общем, ты возьмешь автобус, будешь ехать, а я буду пытаться тебя подрезать. Мне не очень понравилось, как у тебя это получилось. Блин, ребята, он меня обижает сейчас опять. Нет, восстанови машину. Сейчас, подожди, я восстановлю, я просто далеко сейчас восстановлю. Ну, просто я хочу от твоей машины полететь на свободной камере, а не от этого места, где вот ты сейчас... Вот, все, прекрасно. Так, ты, в общем, берешь авто... Только поставь ее нормально, чтобы у тебя автобус смотрел в ту сторону. Автобус поставлю нормально я. Да, друзья, да, я только проснулся, он мне писает. Давай, Турбо, ты где? Я даже не успел пописать, ребята, чтобы вы понимали. Нет, ладно, пописать успел. Он даже не дает сказать. Вот, а я сейчас тогда возьму что? Я сейчас возьму тогда, типа, мощную такую, знаете ли, BMW. Вот. Блин. Что? Да я тут тоже хреново. Да. Сам хреново стал? Да. Ладно, если вот ну так. Ну ты долден, а. А у нас какая-то... Я почему спавню ее так? Она спавнится всяк. Ну-ка. Так потому что. Ладно, пойдет. Потому что. Тебе помочь вытащить? Подожди, стой, оставь, стой, успокойся. Ой. Извини. Все. Подожди. Вот, да. Отлично. Все нормально. Отлично. Сейчас я Ctrl R. Все, дорогие друзья, турбенти банальный готов. Да, извиняюсь. Да. Тебе нормально? Да. А, да, все нормально. Я понял. Короче, ты мне немножко говоришь. Все, ты едешь, да? Да, еду. В общем, друзья, я вот типичный водитель, так сказать, BMW. Вот, потому что меня все бесят, потому что я за рулем BMW, так как у меня загорелся чек, в принципе, ничего нового, я херачу, вот, и мне, допустим, не понравился вот этот вот автобус в городе, типа, какого хрена, что он вообще делает, почему он так себя вел плохо, капец тебе, конечно, твой автобус и плохо вообще. А, ну вот я продажу беру. Да, ну что ты, на полторы полосы ты едешь, а, тебе вообще нормально? Я направо еду, братан, ты. Успел. Понял. Успел. Так, мужик, ты там это, я вылез. Ты что делаешь, что творишь? Чё? Ты там против меня сказал, я не понял. Какого хрена? Я на работе, не мешай мне. Тебе что-то не понравилось, я не понял. Ты что-то сказал против водителя BMW? Что ты? Охренеть! Блин, я ударился из-за тебя. Хватит, мужик, отвали.
Нахер ты уворачиваешься? Ты можешь просто врезаться. Мне не надо врезаться, я потому что все-таки отвечаю за автобус. Понял. Блин, капец, меня сейчас жопу, конечно, помню. Я такой, так не понял. Что, дай мне разогнаться? Мужик, мужик, уйди. Ты что, тут думаешь, крутой, что ли, сам? Да я тебя сейчас обгоню, да я тебя, да я тебя врежу, и все. Что тебе, а? Какого хрена ты вообще творишь? Блин, все, хорош, останавливайся, останавливайся. Перебрал. По-моему, ты перебрал уже, да. Ты посмотри, что ты сделал с моей новой BMW. Я только вчера ее с салона забрал. У меня регистратор есть, он записывает все. У тебя и регистратор, у тебя есть регистрация? Да, я местный. А я по временной прописке здесь проживаю. Тогда все, выгонять тебя. А, ну все, тогда что мы, вот и поговорили. Не, ну слушай, тебя я нормально так постучал. Вроде казалось по чуть-чуть, но по факту там у тебя нормально, подолбил тебя, так сказать. Ну да, давай ты сейчас, короче, попробуй чуть-чуть побыстрее ускориться, а я попробую. Подожди, а можно я возьму уже не автобус? Да, да, конечно. Вообще, я возьму проблем. Уже не автобус, дорогие друзья, я возьму кое-что. Да, только возьми его нормально, чтобы он у тебя встал, у тебя капец автобус вообще плохо там, конечно. Автобус. Так, ну вот, просто, да, друзья, так, посмотрите так на то, что происходит. Это просто, ну, мультиплеер Beam же драйвер. Блин. Чё, опять криво стал? Да нет, там почему-то, подожди, ремовку. Да господи. Тихо, 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 здесь сейчас все будет нормально. Всем. Да, блин, друзья, иди туда. Не то, чтобы его. Так, короче. Вот, все, нормально. Все, прекращай, подожди, да, я сейчас, подожди, я тебе сейчас, стой. Все, я стою на месте, у меня все хорошо. Я знаю, я тебе сейчас все сделаю, подожди. Ребята, он ломать компьютер, машину. Нет. Ты, у тебя что-нибудь поменялось сейчас? Ну, типа, он перезапустился? Нет. Сейчас. Ну, он так быстрый. Все, я поехал. Подожди, отстань. Стой, да все, стой. Я еду, отстань от меня. Все. Все, давай, едь. Это у меня был быстрый, потому что я его так зачунинговал. Так, ну, мне и так нормально будет. Зачем мне быстрый? Мне нужен нормальный человеческий машина. Все, я понял. Ну, ребята, Рутик, лезьте в свои дела, не в свои машины. Опять там, же. Делай. Опять же, я еду на BMW, потому что я BMWист. Это звучит... Ой, вот я дурак. Я случайно замедление времени включил. О, кстати, а если мы вместе поставим замедление времени, что будет? Не надо. Подожди. Ну ладно. Так, я вот что-то не вижу. Ну блин, что-то я быстро еду. Ты что? Да едь быстро, все нормально. Я спешу, у меня важный груз, невидимый. У тебя важно. А знаешь, почему ты едешь быстро? Потому что кто-то тебе затюнговал. Ты мне показывал факи в городе. Пошел в жопу! Я пока что еще не торможу. Вот теперь торможу. Ух, блин. Нихера себе. Ой! Блин, вот это, кстати, было реально жестко. Ты вшатался? Я вшатался, да. Я не справился с управлением. Я же просто в тапочку в тормоз. Да? А я вообще, кстати, не видел, как ты вшатался, к сожалению. А, нихера себе, у тебя даже что-то нормально тут с правой стороны поломалось. Что? А, не. Я хотя раз дверь нараспашку открыл. Все, дорогие друзья, я снова здесь. Не, у меня вообще правое колесо в хлам. Что, давай еще разок? У меня... Не, давай, короче... Ну ладно, окей, давай только тачку поменяю, подожди. Давай, меняй. Вот, тут у тебя взять... колымага, развалюха какая-то вообще. Нет, я хочу взять, что не понял, короче, с очень быстрыми... Ой, с очень хорошими тормозами, быстрыми тормозами. Что ты сказал сейчас? Ну тогда тебе надо брать Лапурку Зематетку. Это хороший итальянский автомобиль. Я все, я взял хорошую машину. Все, ДСТ. Так, кстати, я еду, чтобы ты сразу стартанул. Все, вот, да, есть. Кстати, стартует, она у меня плохо стартует, а вот. Потому что ты на механике едешь. Потому что я. Нет, я еду на автомате. Блин, ты мне немножечко какая-то херня сейчас какой-то пострадал, ну ладно. Так, опять же. Так, это вот он, да? Это вот он тебе что-то тут против говорил. Ты его помнишь? Точно, это его номера. Так, я не понял. Это что сейчас было? Прекращай. Ты что делаешь? Мужик, ты что творишь? Щит! Ну это было неплохо. Все, тормози! Да ты слишком рано начинаешь. Я знаю, я хочу топ издеваться. Ребята, ну за это лукасик. За издеванием над Рутиком, мне кажется, надо ставить лукасик. Ну конечно, издевание. Вы посмотрите, что он сделал с моим задним ветровым стеклом. Ты вообще понял, ты на бабки попал, братуля. Братуля, прекращай, тормози. Я ведь тебя порешу. Ой. Сорян. Сорян, я случайно, реально случайно. Я этот поставил сейчас замедление. И вот как, вот извините меня, пожалуйста, вот мне его надо тормози. Ой. Блин, ой. Вот это было, кстати, реально жестко. Я сейчас, друзья, объясню ситуацию. Я случайно его задел, я не хотел это делать. Это реально вышло случайно. Я немножко не справился с управлением, и я тебе тупо заднее колесо подцепил, и нас развернул, ты меня очень жестко ударил. Да, братан, короче, бери тачку ты теперь. Я беру теперь тачку.
потому что я упяч. Стой, я удалил свою машину. Так, я беру тачку. Мне нужна такая тачка, чтобы она вселяла в тебя ужас и страх. Ужас и страх? Да. Так, короче, пацаны, я возьму себе вот эту. Ну, нормальная тема, я считаю. О, я вчера, короче, прикинь, видел Москвич 412. 412, братцы. На дороге, за ним не угнаться. Все, 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 ну прекращай. Ну, нет, все, уйди все. Оттуда. Нормально. Все, вали давай. Подожди, мне еще надо затюнинговать, прежде чем мы поедем. У меня настоящая мафиозная тачка. А как ты тюнингуешь? Научи меня в прямом эфире. А, да там прям... Не, давайте без прямого эфира, это надолго затянется. Понял. Да не, не то чтобы там, ну, просто надо реально объяснять. Ай. Помню сейчас это делать. Так, ну все, короче, вот так. А, хрен с ним, я тебя так порву просто. Да? Да. Да-да, у меня же грузовик, ёшки-морюшки. Тири-тири-тири-тю. Ребят, пока вот такое молчание, вы можете поставить лайк, написать колокольчик, жмахнуть комментарий. Ребят, делайте, что хотите. Блин, что-то тебя колбасит. Ты когда тингуешь, тебя колбасит. Да, да, нормально. Ну все, короче, перезареспамься, пожалуйста. А, блин, тогда перезареспавни... Ну ладно, забей, у тебя отлетает задняя крышка, хрен с ним. Ребята, ну это как бы нормально, ну вы понимаете, это Bimage Drive, мультиплеер, неофициальный, все дела. Да? Ты тут? Да, 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 я сотку еду, 110 уже. Нихрена себе ты, блин, с ума сошел. Ну да, мне вообще похеру, я вообще в хер не дую, еду. Господин мусорщик, господин, вы выбросили не тот мусор. У меня там айфон. Я самосвальчик вообще, да. Ну вы мусор возите. Айфон. Мальчик-самосвальчик. Айфон. Верните айфон. Я тебя даже не вижу, если что. Ты где? Вот я уже рядом. Да? А, то есть ты просто кричал еще типа там. Айфон, верни, верни айфон, тварь. Спасибо. Охренеть. Ай. Айфон, верни, пожалуйста. Стой. Капец, ну я тебя, кстати, неплохо так пошатал, по-моему. Не, да? Ну вот я так смотрю, ну чуть-чуть такие шатания есть, но не фатально. Себе чуть-чуть. То есть я просто неправильно делал, я прям слишком быстро. Да, ты неправильно. Да. Ты, давай еще разок, все. Ты должен ехать со мной на одной скорости, да, примерно. Да. И ты должен... Да, да. Он догадался, друзья. Давай! Извините, ребят, ну я так просто просыпаюсь. Друзья, я сегодня спал, я сегодня, можно сказать, не спал. В общем, как обычно, тупо студент, так тупо сказать. Не спал. Что тут? Ну да. Вот, все, едем. Едем, да. Едем. Едем, едем в соседнюю мусорку, заработай. Едем, едем, чтобы заработать денег и прокормить семью. Едем, едем. Все, короче, прекращай, хватит. Ты, короче, понял, ты поравняешься со мной и пытаешься тормозить прямо ровно передо мной. Да, я понимаю. Так, слышь, мужичок. Да, мужичок, да, останови да, свою самосвалку. Все, я не вижу пока что никого. Алло, да. Останавливай давай. Да не буду я останавливать. Ты что творишь? Не, ну это залет, мужик. Это за. Опа, ой, ой. Короче, ты у меня немножечко это. Ты должен был немножечко еще вперед проехать. Да, я знаю. Но я не успел, как-то так получилось. Но зато ты в шатле. Ну, в принципе, моя миссия выполнена. Получилось, по-моему, неплохо. Как-то хреново у тебя получилось, если честно. Ну ты всатался. Я вшатался. Все, давай еще разок. Еще разок. Короче, да, ты прям должен где-то метров на 5 передо мной встать. Да, 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 я понял. Просто так как-то получилось все резко, что ты своим колесом в меня зацепился и полетел. И полетел туда. Понял? Все, закись азота понесла. Ух, нихера себе, он валит, блин. Пацаны, пушку гонка. Ёшки-морёшки. Блин, ребята, у него какой-то странный мусор еще. Он не машина. Очень странная машина у вас, молодой человек. Почему? Потому что какого хрена так быстро едете на мусорщике, Нике? Ну, потому что я вот тюнинговщик мусорщиков. Тюнинговщик мусорщиков. Звучит не очень. Звучит не очень, да. Так, короче. 5 миль в час. Так. Короче, мужичок. Так, тихо, я не тихо, буду тихо. Ехать специально от перца. Мужичок, давай-ка, тормози. Еще вперед, еще вперед, еще вперед. Знаю. Мужичок, еще вперед. Тормози-ка, тормози да. Лучше. Ну да. Все. Блин, а меня все время разворачивать начинает. Ууу, щит. Ну это все равно было жестко. Почему? Почему тебя разворачивать начинает? А я не знаю, я торможу и меня... Потому что тебе надо ровно стать передо мной и начинать тормозить. Я ровно стою. Потому что у тебя АБС-а нету, тебе надо было взять машину с АБС-ом. Ты на этих не умеешь ездить. Я вообще не умею ездить. Понял. Так, ну ты едь, я тебе сейчас... Давай, ты прямо далеко передо мной. Ну, встань метров за 10, говорю. Я могу метров, я могу за километр перед тобой встать. У меня получится. Нет, за километр не надо. И тормози, короче, с прямыми колесами, а то тебя заносит. Все, тормозяк. Ой, друзья, тормози. Во, и тормози. Понял.
Но у меня получилось, ура! Ой, ты... Так, слышь, ну все, слышь, мужик, ну ты попал на такие ба... Не понял. Так, мужик, мужик! Прекращай. Подожди, дай я жопу тебя посмотрю. Ну, я включаю вебочку. В смысле, имеется в виду в игре. Ну, кстати, неплохо, довольно-таки реалистично она у тебя. А если так посмотри, а если на тебя посмотреть, тебе вообще как бы вообще все. Ну, типа грузовик, что ты хотел. Хорошо, друзья, я думаю, что серия, может быть, получилась не такая уж и эпичная, но, как мне кажется, она получилась довольно-таки реалистичная. Е-бой. Рэп звезду. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите свои идейки обязательно в комментариях. А вам всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.